Всем привет, с вами Максимилиано Джонс, и мы начинаем наше с вами путешествие в Лейпциге. Как ты поменял камеру? А сейчас нельзя менять. А сейчас уже нельзя, там ободнее. А мы в тупике. Привет, ребят, у нас совместный тревел-блог с Алексеем и Сашей, но Сашу мы снимать не будем, она неинтересная, в отличие от Лёшки. Он Лёшка идет. Смотрите. Он решил соревноваться со мной. Мы приехали на автобусе, блин, он меня перебивает. Отойдет. Все, мы приехали на автобусе, на флексбасе, мы флексили люто и нормально. Доехали. Короче, там не без приключений, но все же. Сейчас пойдем пешком до отеля. Вот, скоро увидимся. Перед сном решил выпить пивка, как раз таки за ваше здоровье. Доброе утро, дорогие подписчики. Мы наконец-то вышли. Саша осталась в отеле, но нам с Лёшкой надо по делам. Я совершил главную ошибку, я не договорился с ним, где мы конкретно встретимся, и мы перепутали, я еще 5 минут стоял на морозе просто так, но мы наконец-то вместе вон. Наконец-то встретились. Да. Короче, сейчас пойдем гулять, но не знаю, может буду что-то записывать, но скорее всего увидимся уже позже, когда все объединимся и дела закончим. Вот, мы в Лейпциге, очень шумно, мы пошли. Остановились по пути снять костел. Лёшке очень нравится, вот смотрите. Что-то озвучивает, записывает. Дурачок. Ой, фокус потерялся. Блин. О, появился. Все, пошел. Не знаю, что за беда с камерой, но она фокус теряет постоянно. Обидно. Он пошел поближе. А там он говорит, какой-то газголдер, но я не в теме, что это такое. Сейчас покажу. Вот он про это говорил, я не знаю, что это. Ну, ладно, мы идем дальше. Ну, все, мы закончили все наши дела. Промерзли. Да? Я согрет полностью. Ой, это вебка. Это вебка, да. Как ее? Фронтальная. Фронтальная, да. У меня второй подбородок скрывает борода, у Лёшки нет, так что я буду снимать себя. Давайте, давайте. Ничего-ничего, скоро его не будет. Да, короче, идем кушать. Все, пока. Идем мы гуляем до ресторана с Лёшкой и вышли на замечательную площадь, название которой я не знаю, но здесь Александр очень красиво. Плаза, Александр Плаза, нет, ты что-то путаешь. Да он везде так называется. Думаешь? Германии, в каждом городе. Ну, вот такая вот площадь, а там Зара. Все как надо. И снова за ваше здоровье. Зашли мы в модный ресторан покушать. Я заказал себе что-то с козьей какой, с сыром и картошку. Там картошка обязательно почему-то была. Я не знаю, зачем к этой порции еще что-то. Саша заказала стейк фермерский. Лёшка заказал шницель. Вон он, кстати. И пока мы это все едим, на нас смотрит Джокер. Или купит ман. Наступил уже следующий день. В этот раз я не с Лёшкой, а с Сашкой. Я понимаю, вы скучаете по нему, но он сегодня спит, почему-то пропал. И сейчас мы идем в разные музеи, я оттуда буду видос снимать, но по пути мы нашли какую-то площадь прикольную. Я вот не знаю, что это. Не написано просто на карте, а за ним этот университет имени Карла Маркса и все. Ну, сейчас покажу вам виды. И первая у нас остановочка — музей прикладного искусства. Но Саша здесь хочет посмотреть на музыкальные инструменты. Надеюсь, мы хоть туда попали, туда идем. В общем, увидимся внутри. К сожалению, в музее мы говорили шепотом, поэтому я решил наложить немножечко своего голоса вместо живого звука. Саша мне рассказывает, какие интересные здесь есть картинки. И если вы присмотритесь, то увидите двух барышен, которые явно стоят в интересной позе. А это мне Саша показывает какой-то музыкальный инструмент. Еще немножечко красот музея.
И переходим к самому интересному. В общем, мы отправились в музей Мендельсона. Точнее, он здесь жил в конце своей жизни. Нам дали гайд для первого этажа. И специальную ручку. Покажи ее, Саша. А, ты уже другую ручку показываешь. Вот эту штучку, типа, прикладываешь к чему-нибудь, и она воспроизводит голос. И рассказывает обо всем. Но только на английском. Сейчас Саша что-то будет делать. А это посмертная маска Феликса Мендельсона. Выглядит жутковато. Давай. На меня камера. И последний у нас на очереди — музей Баха. Это Измайло. Пью в настоящей немецкой газпутке за ваше здоровье. Пришли мы на следующий день на главную площадь. Здесь открылась ярмарка. И самое обидное, что мы только что объелись в ресторане. Я объелся. И сейчас я не смогу ничего купить, съесть. Даже сосиски. А Саша говорит, сможет. Ну а мы переходим к последнему дню в Лейпциге. Решил я на обед заказать настоящей немецкой еды, как видите. Саша супчик ест. Гуляем мы тут. Погода вообще испортилась, ребят. Смотрите, не снег, так пузыри. Кто знает, откуда они идут. А, вон, пушка какая-то. А, это эти. Балуются. Раз мы в Германии, то кушаем сосиски на улице. Саша, он попробовал какую-то белую сосиску. Как? Белая вкусная. Да, я попробую. Вкусно. Хочешь? Правильный ответ. Это Лёшка, кстати. Вот сосиска не будет. Снимать, типа, у тебя птица забрала телефон и улетела. Кар, кар. Здрасте. До свидания. И пока я вам показываю рыбов, которых можно только смотреть, покупать нельзя, я бы хотел с вами попрощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Увидимся в следующих приключениях. Ну а на самый конец я вам оставил немножечко классической музыки.